Здравствуйте. В эфире программа «Юридический ликбез». Ее ведущий Сергей Смирнов. Сегодня, как обычно, мы в прямом эфире будем рассматривать юридическую тему. Тема, которая, безусловно, затрагивает каждого автовладельца. А это тема «Новые правила регистрации». Напомню, что с 15 октября мы все продаем, покупаем автомобили в обычном режиме, а вот вносим изменения, как теперь это называется, уже по новым правилам. А поможет нам сегодня в этом разобраться автоэксперт Владимир Александров. Владимир, в очередной раз категорически приветствую. Добрый вечер. Итак, перед тем, как ты сейчас расскажешь анекдот, да, который обещал нам, мне обещал перед эфиром, мы посмотрим видеосюжет, чтобы тем еще, кто не знает, что происходит на Ниве регистрации транспортных средств, было понятно, чтобы они готовили телефоны, звонили нам, задавали вопросы. Мы вместе с тобой будем на них отвечать, разъяснять, как и что происходит. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Звоните, телефон студии 495, это код города, 617-95-55, а также можете отправлять вопросы по смс-порталу. Зрители России 55-77, зрители Казахстана 44-44. Итак, сейчас мы смотрим сюжет, а потом будем слушать вопросы зрителей. Сегодня для продажи транспортного средства достаточно заключить договор купли-продажи в простой письменной форме, так же, как это было раньше. Разница в том, что ранее покупатель обращался в подразделение ГИБДД по месту жительства с заявлением о постановке на учет. При этом старые номера снимались, прежняя регистрация аннулировалась. Владелец авто получал новые регистрационные знаки и свидетельства о регистрации. Теперь же снимать с учета автомобиль необходимо лишь для утилизации или в случае, если автомобиль продается за пределы РФ. В остальных случаях достаточно внести изменения в регистрационные данные. На деле это выглядит следующим образом. Покупатель приобретает автомобиль с номерами. В течение 10 суток он обязан поставить машину на учет. Для этого новый владелец обращается в любое удобное для него подразделение ГИБДД с заявлением о регистрации. При этом не важно, где ранее стоял на учете автомобиль и где проживает покупатель. В общих чертах все хорошо, красиво. Начнем сразу. Что изменилось в лучшую сторону, что в худшую? И какие документы вообще нужно человеку для того, чтобы обратиться в ГАИ и не поставить машину на учет, так как теперь она не снимается, а внести изменения в регистрационные данные? Сергей, ну, к сожалению, вынужден констатировать, что вот те изменения, которые вступили в силу с 15 октября 2013 года, наверное, они не будут радостными для всех автовладельцев. Для себя я, в общем-то, определил два положительных момента. Причем один из них точно положительный, а вот второй условно положительный. А я вот диаметрально противоположную позицию занимаю для себя. Я определил всего лишь несколько отрицательных. Давай поделимся Другом. На самом деле наоборот. То есть отрицательных значительно больше. Значит, первый положительный момент, явно положительный, который явно прописан. Теперь, сохраняя номерные знаки за собой, увеличился срок их хранения до полугода. Ну, в общем-то, раньше тоже можно было оставлять, но там не более 30 суток было. Поэтому... То есть возможность при продаже автомобиля забрать номер от автомобиля себе все-таки сохранилась? Она сохранилась. Но хочется подчеркнуть, что эта же возможность была и раньше. И по заявлению, по обращению к начальнику, вернее, к начальнику субъекта ГИБДД. Ну, то есть, если это ГИБДД город городской, субъекта, это речь идет о Москве и Санкт-Петербурге. Да. Если область, то, соответственно, областному, краевому и так далее. Можно было получить разрешение на то, чтобы за собой оставить данные номерные знаки. Вот. Это первый момент явного увеличения срока. А второй момент, он, скажем так, несколько косвенный. Из всех принятых изменений следует, что ГИБДД, так сказать, замкнула базу данных, которая охватывает все регионы. Наконец-то. Ну, наверное, да. Еще раз говорю, я не то, знаю. То, о чем нам так долго говорили и обещали, свершилось. Свершилось. Вот так. Этот момент, он косвенный. Почему? Потому что, ну, к сожалению, наверное, отголоски этого объединения баз данных мы еще узнаем, услышим, поймем. Но, по крайней мере, такой вывод сделать можно. Больше я положительных моментов, честно говоря, не заметил. Хорошо. К отрицательным мы вернемся. И наверняка зрители нам будут звонить и задавать вопросы по поводу отрицательных моментов. Все-таки я продаю автомобиль. Есть покупатель.
Так. Что нужно для совершения сделки? Как и раньше, для совершения сделки достаточно договора купли-продажи транспортного средства. То есть обычный лист бумаги и ручку. Пишем паспортные данные, продавец-покупатель, где, когда и... А во сколько надо писать? Значит, я всем рекомендую, когда составляется договор, несмотря на то, что он может составляться на коленке, на целом листе бумаги. Ну, не на коленке, в смысле, что я пришел в ГАИ и показываю, вот у меня на коленке договор. Я имею в виду, что независимо от условий составления, все-таки... скажем так, все параметры договора должны соответствовать Гражданскому кодексу. И поэтому, если речь идет о покупателе, там, соответственно, все паспортные данные и место регистрации для его идентификации, то же самое о продавце и то же самое о, собственно говоря, объекте купли-продажи. То есть данные автомобиля, идентификационный номер, регистрационный знак и, естественно, должна быть стоимость. Ну, на мой взгляд, надо переписать все параметры из ПТС, который, все, что есть. Да, полностью характеризует. И, соответственно, в рамках данного договора продавец и покупатель должны договориться о стоимости транспортного средства. Кроме этого, настоятельно рекомендую к договору купли-продажи составлять еще и акт приема-передачи, где, собственно говоря, покупатель указывает, что он автомобиль получил, принял, забрал. Ну, либо это то же самое можно в самом тексте договора. Автомобиль передал. Деньги получил. Это все можно сделать, но лучше пусть будет еще один документ, он, скажем так, идентичный, но он формально будет называться акт приема-передачи. Так, два документа. Договор купли-продажи, акт приема-передачи, покупатель с автомобилем, с договором, с актом, идет в страховую компанию, заключает договор обязательного страхования. Да. И приходит в ГАИ. Да. Если... Я правильно понял, да? Сейчас, независимо от того, где был, где проживал продавец, независимо от того, где проживает покупатель, никак не привязано, покупатель приходит вообще в любое подразделение ГАИ и регистрирует. Ну вот хотелось бы, чтобы так было бы. В общем, опять это «бы» нам все время мешает. А что мешает? Значит, в регламенте и в приказе прописано, что... Это будет в систему вводиться постепенно, и как минимум в субъекте должно быть одно подразделение ГИБДД, работающее по такой схеме. То есть это причина, что нет технических данных, нет средств связи? Или я думаю, что это вот об объединении баз данных. То есть база, да. Нам сказали, что она уже создана, работает, но еще не в полном объеме. Вот. И поэтому в приказе и в регламенте, собственно говоря, это и прописано. Поэтому, прежде чем ринуться в ГИБДД для постановки на учет, скажем так, в любом регионе, надо четко понимать, что то подразделение, в которое обратится человек, совершает эти действия. Ну, в общем-то, вот пока так. Хорошо. Итак, новый собственник покупает, вернее, уже купил автомобиль, новый собственник внес изменения в регистрационные данные, номер остался тот же самый, который был раньше за прежним собственником. Поехал он к себе домой, не суть там, на работу, еще куда-то, совершает правонарушение, камеры фиксируют нарушение, письма счастья приходят прежнему собственнику. Нет. Приходят новому собственнику, как, так как... Мы подразумеваем, что все базы данных уже обновлены, и в базах данных, соответственно, новый собственник уже прописан. А если это нарушение произошло в тот момент, когда новый собственник, ведь полагается 10 дней на регистрацию, он может по какой-то причине не уложиться в этот срок, по какой-то причине он скажет, да потом когда-нибудь заеду в ГАИ. Вот в этой ситуации получается, что покупатель никак не застрахован от того, что к нему сейчас приходит и налог, и... Постановление квитанции о штрафах. Что делать продавцу-то? Вот на самом деле это один из первых минусов, который у нас всплыл. 10 дней, которые даны покупателю, скажем так, новому собственнику данного транспортного средства на постановку на учет, формально все регистрационные данные будут в штрафы, в постановление забиваться прежнего собственника. Соответственно, за все придется отдуваться прежнему собственнику и доказывать свою правоту, в общем-то, в суде, учитывая, что вся видеофиксация не подразумевает презумпцию невиновности. Соответственно, человек вынужден доказывать. Доказывать будет свою правоту, соответственно, либо в ГИБДД, либо в судах в течение этого промежутка времени. Ну, получается, ему нужно обращаться с заявлением либо в подразделение ГАИ, либо в суд, предоставлять копию договора
Купли-продажи. Да? Ведь я неспроста задал вопрос, порекомендовал в договоре купли-продажи указывать в том числе и время. Ну, еще раз говорю... Вот в 10 часов утра я продал машину, а в 11 часов мне уже наприходила куча квитанций. Таким образом, это опять же, я не думаю, что это плюс нового регламента, это все же больше минус, да? Мы дойдем до секунд в конечном итоге, и дальше мы поймем, что все, что быстро, не очень хорошо. Ну, с другой стороны, во многих странах примерно такой порядок купли-продажи существует, и уведомительный характер изменения права собственности происходит. Другое дело, что, может быть, там по-другому построена система фиксации нарушений, хотя я думаю, что и там точно так же водитель, в конце концов, вынужден обращаться и обжаловать, и подавать соответствующие заявления. Прошу обратить внимание на две вещи принципиально разных. Уведомительный характер. То есть никому никуда ехать не нужно, достаточно уведомить. Это может сделать как один собственник, так и второй. Можно сделать, наверное, через интернет. Ну, я думаю, мы в скором времени до этого дойдем. Да. Будем не в ГАИ уже ездить, а хотелось бы. Не знаю, с использованием тех же порталов госуслуг. И второй вопрос. Все-таки большинство, скажем так, стран, используя видеофиксацию, пытается идентифицировать того человека, кто был за рулем. Ну, да, я слышал такие истории, когда в той же Германии добыт. Не попадаться на камеры и не нести ответственность. Водители там всячески себе шифруют, одевают темные очки. Ну, тут даже дело не в шифрации. Все-таки там пытаются выяснить, кто был за рулем. У нас даже такой попытки нет. Ну, тем не менее, у нас это прям прописано в законе. Да? Неважно, кто был за рулем. Есть собственник, будь любезен, отвечай. Так, продолжаем, что у нас тут интересно. Знаки транзит исчезли вообще? Мы их больше никогда не увидим на дорогах? Никогда не увидим. То есть теперь не на новые автомобили, хотя все-таки есть такая услуга, и на порталах, и в подразделениях ГАИ висит ценник, и там указаны транзитные номера. Это те номера, когда я снимаю автомобиль с учета в двух случаях, да, и один из двух случаев, продаю его за границу. В одном случае, когда автомобиль движется на продажу за границу. Вот в этом случае это единственный вариант, когда выдают транзитные номера. Да, потому что на утилизацию... Вот интересно, а там сроки какие-то существуют вот, у покупателя для того, чтобы он уехал за пределы Российской Федерации? Вот, и имеют ли они какой-то срок годности? Здесь, никогда не задумывался об этом, стало интересно. Я даже не смог найти этих сроков. Почему? Потому что они просто не прописаны. А вот я столкнулся с тем, что делать водителям, у которых сейчас автомобили на транзитах. А об этом мы поговорим чуть позже. У нас звонок. Алло, слушаю вас. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, мне хотелось поинтересоваться. Поинтересуйтесь. Меня зовут Роберт, я живу в Воронеже. Да. В Воронеже. Можно мне сейчас сказать? Конечно, конечно, мы вас слушаем внимательно. Будьте добры, знаете, меня о чем интересует. Я часто вижу по автомобильному сайту, продается автомобиль в Белоруссии, а мне не находится в Москве. Вот если я с Воронежа приеду, какие условия, чтобы приобрести, и вот как там, я вот хотелось мне об этом уточнить. А автомобиль вы имеете в виду, который с белорусскими номерами? Да, вот они находятся в Москве, допустим, и вот и они продают... Спасибо за вопрос. Да. Можно ли купить автомобиль гражданину Российской Федерации, который стоит на учете в Республике Беларусь? Ответ однозначно. Конечно, можно. Весь вопрос, какие проблемы ожидают нового собственника, приобретшего такой автомобиль. Тогда о проблемах. Первое, что надо смотреть и понимать, когда автомобиль был ввезен на территорию Таможенного союза, то есть на территорию, скажем так, Беларуси. Почему? Потому что от этого зависят, собственно говоря, таможенные пошлины. И если это все было до объединения в Таможенный союз, то есть примерно до 2010 года, надо быть очень осторожным и понимать, как этот автомобиль растамаживался. Почему? Потому что, возможно, таможенные платежи не заплачены. В ситуации после 2010 года, когда автомобиль ввозился уже на территорию Таможенного союза, пошлины белорусские и российские, они выровнены. Соответственно, этот вопрос можно уже не проверять. Единственное, чего надо и потребуется, как правило, это оплачивать утилизационный сбор.
И в этой ситуации, ну, в большинстве случаев продают люди машины, скажем так, с белорусскими номерами, но не оформленные на территории Российской Федерации. Покупатель и продавец едут на пункт таможенный, оформляют, оплачивают утилизационный сбор, он не очень большой для легковых автомобилей. И, соответственно, новые документы оформляются уже на собственника, гражданина Российской Федерации, где ему, собственно говоря, и выдается ПТС. Получив ПТС, житель Воронежа, он может поставить автомобиль, ну, не знаю, если здесь речь идет о Москве, да, Московская акцизная таможня, или как она называется, он здесь в Москве может поставить? Может. Ему выдадут московские же московские номера. А машина будет приписана к Воронежу, где он будет получать и транспортный налог, требования уплатить, и все штрафы будут идти туда. Все будет идти в Воронеж. Так, надеюсь, что мы ответили на вопрос. Давайте мы посмотрим, что у нас на портале. 529-й, Орловская область, спрашивает: договор у нотариуса нужно заверить? Нет. И это точно так же, как и раньше. Хотите, можно заверить, но договор составляется в простой, в письменной форме и не требует дополнительного заверения. И 877-й спрашивает: а когда нужна медсправка? Ну, давайте немножко подождем. Скажем так, законодатели скоро решат этот вопрос. И я думаю, что при любой остановке инспектором ГИБДД она в скором времени потребуется. Можем дойти и до того, что при каждой остановке инспектором ГИБДД мы будем сдавать экзамен. Ну, хотя такая возможность есть на самом деле. Вариант, и сегодня в рамках проверки правил, хотя ни разу в своей практике не встречал. Должен заметить, что на текущий момент медицинская справка нужна только при получении водительского удостоверения первичного, либо при получении водительского после срока лишения, независимо по какой статье человек лишался. Ну, принимая во внимание, как у нас разрабатываются и утверждаются нормативные акты, боюсь, что и в этом случае до сих пор у нас получается с 1 сентября, если память не изменяет, поменялся порядок возврата водительского удостоверения после лишения, а самого порядка, утвержденного постановлением правительства, нету. Ну, почему? У нас поменялся порядок изъятия водительского, то есть оно перестало изыматься и должно сдаваться, собственно говоря, водителям лично, а с точки зрения выдачи ничего пока не... С точки зрения возврата ничего не поменялось. Ну, ладно, мы, возможно, к этому вернемся. Если успеем, у нас звонок, а потом мы посмотрим видеоопрос. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста. Это Кузбасс беспокоит. Да, слушаем. Было две машины, у меня похожий телевизор, это не та передача идет, что ли, написано прямой эфир. У нас прямой эфир, вы же разговариваете. Я хотел спросить о купле-продаже автомобиля. Да-да, именно это мы сейчас и обсуждаем. Слушаем, в чем вопрос? Вопрос такой. У меня две машины, я одну продал. У меня есть договор купли-продажи. Мне в налоговую нужно идти, да? Для того, чтобы не платить налог. Угу. Хорошо, спасибо. Нужно ли человеку, который продал автомобиль, у него на руках договор купли-продажи, вставать, занимать в очередь налоговую инспекцию, сдаваться и говорить: вот я продал автомобиль, что мне делать? Платить налог на доход, платить налог транспортный? Вот, к сожалению, мы сейчас вынуждены опять вернуться к началу нашего разговора и к минусам... О пресловутой базе и работе системы ГИБДД. Ну, скажем так, о тех минусах, которые внес новый регламент. Конечно, никуда законопослушному гражданину идти не нужно. По умолчанию... Это все должно произойти автоматически, соответственно, новый собственник, ну, правда, я не понимаю, почему я, как продавец, завишу от действий совершенно другого человека, возможно, мне незнакомого, но, тем не менее, регламент так это все поставил. Так вот, после того, как новый собственник поставит автомобиль, вернее, изменит регистрационные данные на транспортное средство... Мы еще, наверное, долго будем говорить. Да, что раньше, в общем-то, называлось постановкой автомобиля на учет. Вот. Соответственно, произойдут изменения в базе данных, автомобиль перестанет быть собственностью одного, станет собственностью другого, ГИБДД направит данные в налоговую инспекцию, налоговая инспекция посчитает налоговый период, вычислит и, соответственно, к дате проплаты пришлет уже с учетом того, что автомобиль... Ну, то есть за остаток, который там в течение неполного года, если он был, нужно заплатить будет налог, опять же, если вся эта система сработает. Сработает. Значит, я не исключаю варианта. Даже сейчас порой приходят налоги на давно проданные и, подчеркиваю, снятые с учета автомобиля. И вот в этой ситуации снова придется идти
и тогда уже занимать очередь в налоговую инспекцию, показывать, сначала идти в ГИБДД, выяснять, почему ГИБДД дает такие сведения. Если скажут, что не дает, соответственно, брать справку, нести ее лично в налоговую, соответственно, предоставлять, пересчитывать, просить, уточнять. Ну, в общем, вот так. Ну, будем надеяться, что все-таки обещанные бонусы в виде хорошо работающей системы единой базы и оповещения ГАИ налоговой будут работать. А сейчас мы посмотрим опрос, который устраивали на улицах, и отвечали наши зрители, как на их взгляд упростилась ли система купли-продажи автомобиля. А потом продолжим. Да, да. Упростилось при оформлении в ГАИ. Гораздо стало быстрее. Буквально я вот на прошлой неделе оформил машину. Где-то минут 40 заняло на все про все. Знаете, я машину брал почти 5 лет назад, не могу сказать. Как друзья говорят, за все, ну, на все про все. Как-то вот вместе с номерами, с постановкой на учет, полтора часа где-то среди. Ну, упростилось. Упростилось. Чем? Ну, стало быстрее, проще, доступней. Знаете, давно покупал, но, насколько слышал, закон сейчас сделали то, что действительно упростилось покупка. Но и тогда, когда покупал, тоже, в принципе, особых проблем не было, быстренько все сделал. Рынок насытился автомобилями, поэтому и проблема их приобретения стала гораздо проще. Там. Ну, что не надо теперь мне ехать в ГАИ, там, снимать, я заполнил, там, договор отдал, но он сам снимает. Да, быстро, очень быстро. Не знаком. Вот как раз собираюсь этим вопросом заниматься. Полдня я трос машину покупал, полдня прошло. В принципе, казалось, все так быстро и легко, но почему-то полдня прошло. С одной стороны, документов мало, но все равно долгое время занимает. Может, менеджеры так плохо работают, не знаю. Ну, мнения разнятся, да? Полдня, полтора часа. Хотя по регламенту у нас получается 15 минут – это максимум ожидания в очереди. И час на все про все. Ну, опять же, по регламенту, когда новый собственник вносит изменения в регистрационные данные. Все-таки, насколько будет работать эта система, потому что, ну вот, например, если брать по Москве, она так или иначе работает, но в нормативы все-таки уложиться сложно, потому что наплыв большой, опять же, это связано с тем, что помимо жителей города, большое количество автовладельцев новых, которые из других регионов, из других областей. И, ну, в тех городах, где больше всего автомобилей, где больше рынок, происходят и регистрационные данные. Сможет ли справиться ГАИ? К сожалению, опять же, не могу я за ГАИ сказать, что сможет или не сможет. Хочется надеяться в том, что сможет, все получится, все будет хорошо и все. Но, опять же, вот эти пресловутые «но», «бы». К сожалению, скорость оформления – это не основной параметр при, скажем так, приобретении какого-то имущества, при постановке его на учет. Почему? Потому что быстро поставить на учет, это же не значит, что человек будет защищен законом после всей этой процедуры. Ну, большинство-то не говорит о том, о защищенности, потому что человек, когда купил автомобиль, для него в первую очередь это действительно нужно быстрее, если раньше там получить номера. Сейчас быстрее стать собственником полноценным, знаю, и сказать, вот это все мое. Сергей, вот у меня порой приходит в голову очень крамольная идея. Вместе с водительским удостоверением, вновь, скажем так, обретшему право управления, выдавать номерные знаки. То есть ты купил автомобиль, с ними. Да, прикрутил его, и все знают, что это, в общем-то, твой автомобиль, и ты на нем едешь. Почему? Потому что если мы ставим вопрос ускорения всех этих процессов, возможно, мы идем не совсем по правильному пути. Правильный бы путь был бы, а пусть все как будет, и ничего не надо. То есть наша задача поставить на учет. Владимир, я, конечно, понимаю, что масса есть идей, и не только у тебя. Наверное, есть смысл их обсуждать где-то лучше, а есть смысл просто перенимать опыт тех стран, где это нормально работает, и перенимать не только в части регистрации, внесения изменений в регистрационные данные, но и в части защиты права собственности. А я предлагаю вам, зрителю, проголосовать и ответить на вопрос. А вас устраивают новые правила регистрации транспортных средств? Отвечайте «да» или «нет». А мы сейчас еще ответим. А, у нас звонок, алло, слушаем вас, забыл совсем так. Алло.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да. Ситуация такая. То есть, у меня есть автомобиль, я его выставляю на продажу. Вот. И хотел бы вот такой нюанс уточнить. У меня есть госномера, которые, как говорится, лежат ко мне душой. Там, у них уникальная серия, у них уникальная цифра. И как мне оставить за собой этот госномер на данный теперь момент, раз нам нельзя снимать машину с учета? Спасибо. Владимир, можно еще раз ответить на вопрос? То же самое. Очень простой. Пишется заявление, номера, если они соответствуют требованиям ГОСТа, соответственно, за вами оставляются. Если не соответствуют, у вас есть возможность сделать дубликаты, которые 100% будут соответствовать ГОСТу, будут новенькие, покрашенные, только что выпущены. И эти номера, по вашему заявлению, будут вас ждать в течение полугода. Кстати, получается, что три случая, когда автомобиль снимается с учета, де-факто. Утилизация, продажа за пределы Российской Федерации и оставление регистрационного знака прежнему собственнику. Нет, по третьему случаю автомобиль с учета не снимается, ему просто выдается новый государственный регистрационный номер. Ну да ладно. Он как был за старым собственником, так и остался. Я думал, что какой-то ноу-хау открыл. Итак. Смотрим, что у нас по СМС-порталу. 042 спрашивает Москва и Московская область. Как правильно действовать при заключении договора купли-продажи между родственниками? Я так понимаю, что интересует и юридический аспект, и, наверное, какой-то моральный. Вот я не знаю, с чем связан этот вопрос, хотя, может быть, есть какие-то тонкости. Но, на мой взгляд, если речь идет о договоре купли-продажи, то независимо от степени родства он оформляется согласно Гражданскому кодексу. И здесь, собственно говоря, никаких изменений в связи с тем, вот, что мы сейчас только что озвучили, никакой разницы нету. Ежели речь идет о каких-то там договорах дарения либо наследования, то, соответственно, просто меняется документ, на основании которого изменяется собственник. А так все остальное то же самое. Так, Красноярский край у нас активизировался. 931 задает вопрос. Если закончилась временная регистрация и пока нет прописки, автомобиль нужно перегнать в другой регион, как оформить и будут ли за это штрафовать? Вопрос очень сложный. Почему? Потому что у нас, скажем так, нету человека, у которого есть только временная регистрация. То есть временная, она на то и временная. То есть где-то есть постоянная. И поэтому в этой ситуации, значит, соответственно, либо надо будет автомобиль перерегистрировать на место постоянной регистрации, вот, либо продлить временную и продлить, соответственно, временную регистрацию автомобиля. Понятно. Алло, слушаем вас звонок. Алло. Алло. Да. Добрый вечер. Вы меня слушаете, нет? Вас слушаем. Значит, Виктор Ставрова. Вопрос такой. Да, Виктор. Куплен был автомобиль, должен был передать в другой регион. Он сломался. После этого его оставили мне. Я, так как человек не может ждать, у него приехал на день, все. После этого прошло довольно большое время, когда он смог приехать. Наконец-то его отремонтировали. Сейчас у меня транзитные номера. Как его перегнать в другой регион? А транзитные номера, я так понимаю, речь идет о том, что автомобиль был снят с учета и выдан на регистрационные знаки до... Да, получены транзитные номера, но уехать он не смог. Потому что сломался. Потом мне оставили, его, наконец, сделали. Виктор, одну минуту. Поясните, год с лишним. Поясните, пожалуйста, кто собственник автомобиля? Собственник уже тот, кто уехал в другой регион. Вот он должен вернуться и поставить автомобиль на себя по тому месту, где вы находитесь вместе с автомобилем на транзитных номерах. То есть транзитные номера я привожу там же, где я их получал. И давайте скажем так, Виктор, вместе с автомобилем. Виктор, большое спасибо. Вместе с автомобилем новый собственник в ближайшее, в шаговой доступности подразделение ГИБДД обращается и осуществляющий регистрацию с учетом всех субъектов. Обращается, и, соответственно, даже если вы находитесь в городе Коврове, а новый собственник зарегистрирован, например, в Мурманске или во Владивостоке, он приезжает в Ковров, показывает свои документы с местом своей регистрации в соответствующем городе и получает в Коврове номера постоянные, соответственно, по своему месту регистрации. Так, ну, мы ответили на этот вопрос. Я надеюсь, что вы нас достаточно хорошо поняли. У нас еще один вопрос. Не знаю уже, сколько раз вот нужно объяснять.
Ненецкий автономный округ, 011. Покупаю в Москве машину с номерами, живу в Архангельске. Какой будет налог, московский или нет? И страховка. Это, кстати, интересный вопрос. Нет, это как раз все прописано однозначно. То есть, где зарегистрирован человек? Судя по всему, в Архангельске. В Архангельске. Значит, соответственно, несмотря на то, что у него будут московские номерные знаки, все будет архангельское. Несмотря на то, что он живет здесь, в Москве, хотя прописан в Архангельске, он будет платить налог по архангельски. Это к вопросу о плюсах и минусах нововведения. Так, у нас звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я вот житель города Углича, подал, то есть приобрел транспортное средство в Москве у человека, значит, и подал заявление на постановку на учет. До сегодняшнего момента, с июля месяца, транспортное средство в Москве не снято. Каким образом мне поступить? Еще раз, что произошло с июля месяца? Что произошло? В июле месяце заключил договор купли-продажи. Да. Подал заявление на регистрацию. У себя в Угличе? В Угличе. Подал заявление на регистрацию. То есть мне сказали, что транспортное средство будет снято в Москве, и вас информируют, когда оно будет снято. До сего то есть вы купили автомобиль, опять же, в июле с теми номерами, которые были на автомобиле по месту... С теми номерами, с московскими. Все, спасибо, номерами. Вопрос понятен. Это как раз вот по той системе, вы когда... знаете, на мой взгляд, надо... повторно обратиться с заявлением на имя начальника МРЭО, куда вы подавали заявление о регистрации транспортного средства, и с просьбой внести изменения в регистрационные данные согласно новому регламенту. Я думаю, что это все произойдет в течение 1 часа 15 минут. Максимум. Максимум. И номера останутся те, которые, если они вам, конечно, нравятся. Ведь можно все-таки добиться того, чтобы была произведена регистрация по старым правилам. Раз уже подано заявление, нет, еще в тот момент. Теоретически можно и новые номера сейчас также получить. Пока зрители не набирают наши номера, хотя, наверное, уже набирают, чтобы задать очередной вопрос. Еще одно новшество. Украли номер, потерял номер. Совсем мы забыли про это рассказать. Ну, это на самом деле хорошо. Хотя я не думаю, что это плюс. Вот. Но, по крайней мере, плюс в чем? Что... автовладельцу не надо будет ехать в свой регион с тем, чтобы там какие-то изменения чего-то куда-то вносить. То есть достаточно обратиться в любую из организаций, кто имеет соответствующий сертификат и разрешение МВД на производство спецпродукции и получить, в общем-то, дубликаты регистрационных знаков. Ну, как раз это упростило. То есть в прежнем порядке нам нужно было писать заявление в подразделение ГАИ, либо в подразделение упростить полиции. Ты упростила, но я, честно говоря, не знаю стоимость данной услуги. Стоимость услуги, если мне память не изменяет, порядка 2000 рублей. Ну, когда я сталкивался с этим, это было 2500 рублей, при том, при всем, что новая постановка на учет была 2. Ну, тем не менее, ведь был такой весьма распространенный способ мошенничества, когда номера прятали, снимали, где-то прятали. Нет, в подворотне. Нет, я согласен, что это... Как раз в надежде на то, что человек с другого региона, и там сейчас без номеров, как он поедет. Это соответственно, помогло автолюбителям. Но, опять же, есть такая позиция, и многие боятся этого, что, упростив вот таким образом процедуру получения дубликата регистрационного знака... Мошенники снимают регистрационные знаки, я получаю дубликат, они эти знаки перевешивают на свой автомобиль, рассекают, нарушают, и опять все приходит ко мне. Это к нашему началу разговора, плюсы и минусы. Вот мы снова получаем проблему неоднозначности, причем практически нерешаемую в правовом поле. Все это придется доказывать законному собственнику данных вещей. Но, к сожалению, от мошенников и преступников никто не застрахован, как бы законы не были прописаны, как бы система отважена не была. Всегда найдутся те люди, которым закон, что называется, не писан. И, наверное, придумать какой-то вот такой порядок, такую процедуру, чтобы защитить полностью там, от противоправных действий третьих лиц, вряд ли удастся. Я с этим, наверное, соглашусь. Почему? Потому что яд всегда придумать значительно проще, чем противоядие к нему. Еще один вопрос, который меня беспокоит, и много мнений разных. Я продаю автомобиль, где без ограничения полис ОСАГО. У меня покупает человек, и он вынужден, опять же, да, получать новый полис.
Есть ли в этом смысл? Или можно было бы рассмотреть такую процедуру, как изменение страхователя, Сергей, по полису? На самом деле эта процедура тоже предусмотрена, она прописана. И, собственно говоря, там ведь очень много вопросов по этой процедуре. Ну, представим себе ситуацию, когда у человека, скажем так, открытый полис ОСАГО, и он, собственно говоря, не хочет получить какую-то часть оставшихся денег. Тогда все более-менее просто. То есть новый собственник, желательно вместе со старым, обращается в страховую компанию, переписывается собственник, вносится изменения только в собственника, и этот полис ОСАГО продолжает действовать без всяких проблем. Причем в зависимости от того, да, кстати, абсолютно не важно, сколько людей было вписано. Можно также и дописать нового собственника, можно изменить количество собственников на неограниченное количество. То есть проблем нет никаких. В другом случае, если человек захочет получить оставшуюся стоимость неиспользованного полюса, ну, соответственно, этот вопрос отпадет сам рамках, собой. Да. То есть новому собственнику придется просто по новой застраховать транспортное средство. По результатам СМС-опроса наши зрители пока не определились. 50% считают, что процедура регистрации транспортных средств упростилась. 50% считают, что все осталось по-прежнему. Но у нас еще проводилось голосование и опрос в социальной сети ВКонтакте. Так вот, там, видимо, все-таки более в интернете живет аудитория прогрессивная, но не намного. Да, упростило, считают 57,1%, и нет, считают, что все осталось по-старому, 42,9%. Пока, видимо, не так много времени прошло, и еще мнение не сложилось однозначное. Все-таки, на твой взгляд, у нас время так потихонечку уже подходит к концу, чего ожидать? Мне хотелось бы сказать следующее, что то, что упростилось, это вне всякого сомнения. И это однозначно. И как бы, где бы мы ни проводили опросы, все равно у нас будет упрощение налицо. Меня пугает другое, что эти упрощения, с одной стороны, они упрощают процесс регистрации, а с другой, очень сильно потом могут аукнуться в случае, когда будут совершены некие противоправные действия. И вот тогда упрощение при регистрации, возможно, отнимут значительно большее количество времени, чем пойти и либо снять, либо поставить автомобиль на учет. Ну, просто мы все, наверное, и ты в том числе, мы знаем, как работает, к сожалению, та или иная база данных, которую нам обещают, там, по страхованию будет у вас база данных, по ГАИ будет база данных. Она мало того, что плохо работает, потом эта база появляется, да, где-то там в открытом доступе, и ей пользуется кто угодно и для чего угодно. И получается, что вроде бы как базу создают, но здесь с налоговой не работает регионов, вернее подразделений ГАИ не так много, которые работают в этой системе. Может быть, поэтому все происходит? Но еще раз говорю... Совсем кратко. С одной стороны, объединение вот этих баз данных, это тоже это объективный процесс, это все произойдет. Хуже, что у нас появляется неоднозначность в собственниках в какой-то период времени. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях был автоэксперт Владимир Александров, а вы смотрели программу «Юридический ликбез». Я ее ведущий Сергей Смирнов. И увидимся с вами через неделю. Всего доброго. Удачи на дорогах.